Не знаю. О, прорвался. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте с солнечного Геленджика. Кто здесь отдыхал? Ставьте лайки, комментарии. Ну, только понятно, что нормальные комментарии, чтобы были адекватные. А то бывают такие, что как-то не очень приятно читать. Один пишет, ну вот, все стали блогерами, снимать не умеют, а снимают. Захожу к нему в профиль, у него из видеороликов только чужие, своего ничего не делает. Ну, думаю, диванный критик, сам ничего не делает, а обсуждает и говорит плохое. Я считаю, что это неправильно. В любом случае, человека надо поощрять хотя бы словами, если, конечно, это красиво. Я не знаю, мы где-то запарковали машину. Потом найдем. Никуда не денется. Так, солнечный Геленджик. Удивляй. А какая у вас погода? Напишите. У нас вот такая. Иду я сейчас, как и все. Смотрите. В шортах и в маечке. У нас сейчас плюс 27. А какая у вас? Ну, если хотите, пишите, из какого вы города. Если, конечно, вы не стесняетесь. Упс. Геленджик, Геленджик, классный город Геленджик. В этом году просто я здесь не был, потому этому очень рад, очень позитивно к этому отношусь. А тем более меня ждет море. В любом случае, оно меня будет радовать. Как красиво звучит. Пойдем на море. Пойдем на море. Идешь по Геленджику, по центральной улице, и оказываешься в Москве. Москва, Москва. Скульптура коробейника. Да-да, надо своей очереди ждать, чтобы перейти. Как вам вид?
на миллион. О, моя тень. Всем привет. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь. Не знаю. Пойдемте налево. У нас тоже осень. Уже осень. Но красивая осень. Золотая осень. Теплая осень. Ну, я надеюсь, мокрая осень. Центральный пляж в 5 минутах ходьбы. Вот оно прямо. Море, 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 море. И море, 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 море. И море, 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 море. Знаменитые белые перила. Вот он, песочек. На море красота. Искусственные пальмы, кстати, стоят. Ну, мы будем соблюдать правила о том, что купание запрещено. Ну, из-за того, что здесь корабли паркуются и все. А вот здесь рядом можно. Там, где мы плюхнемся. Плюхнусь я, и вы вместе со мной. Там уголку камеры поставим, чтобы мы всех видели, а нас никто не видел. И будем что делать? Правильно, купаться, загорать, принимать водные процедуры и солнечные. Сейчас посмотрим, что у нас в сумке есть. Итак, покрывало есть. Powerbank есть. Зарядка есть на магнитике. Штативчик. Ну-ка, иди сюда, штативчик. Иди сюда. Квадрокоптер. О, вот такая камера есть. Сегодня будем нырять. Ну, полотенце. Вот так вот. Сейчас все воткнем, подсоединим, ножки выдвинем. Чтобы никому не мешать.
Всем привет. Пойдемте погуляем. Много раз слышали по прогулке на катере. Пойдемте посмотрим, сколько стоит. Знаменитый белый бордюрчик, парапет. Так, морские прогулки. Уважаемые дамы и господа, 13:30. Ночная вечеринка. 800 рублей человек. Корсар, Альпирия, купание в открытом море. Продолжительность приблизительно 2 часа. Цена билета от 400 до 700 рублей один человек. Быстроходный теплоход «Коралл», «Скалара Парус», «Кабардинка», «Джанход». От 500 до 1000 рублей один человек. Везде. Здесь хоть видно чуть-чуть. Друзья, началась посадка на теплоход. Ой, сколько народу. Поэтому всем, кого есть билеты, приглашаются на посадку. Мы ждем только вас. Поторопитесь, лайнер «Империя» 14:00. Знаменитая скульптура «Белая невесточка». Символ Геленджика. Насколько хватает смелости. Смотрим морских прогулок. Yeah.
Империя, Скалабарус, приблизительно 3-4-5 часов, 700 рублей взрослый, 400 детский. Ну, короче, приблизительно, если все цены посмотреть, то взрослый 1000, детский 500 рублей. Привет из Турции, здесь Челябинск, всем привет. До какого числа? Ну, сами понимаете, здесь непредсказуемая погода, можно купаться, пока тепло. Это точно, год на год не приходится. Советую вам, что делать правильно, и работать, и отдыхать. Ну, не знаю, как насчет Турции или других бережей. У нас здесь тоже неплохо. Да нет, люди обычные, чё им злиться? Настоящий пират, и те, кто хотят авантюрные приветы, кто хочет порезвиться и показываться на страничке. Дорогие друзья, вам удачи, не время, не время, порадуйте себя и своих близких, своих детей, заставьте их улыбаться не в обратную сторону, а вверх, но вы не плохи. Итак, дорогие друзья, отправляемся через место. Ходите наверх? Ну да. Ну там наверху у них парк. Сейчас попробую увеличить. Вот это справа, вот посередине здесь табличка Геленджик. Поднимаются туда на... Кстати, вагончики что-то я не вижу, не поднимаются вроде. Ну-ка, еще может? О, еще может. Не, они поднимаются, по-моему. Ну и что, он висит возле столба. Они, наверное, вечером только поднимаются. Не, они поднимаются. Ну что, дорогая, по ресторану? Какой тебе больше нравится? Да, мне прикольно. Хочу. Программу. Не хочу, чтобы там толпы людей на набережной. Тогда только один вариант. Лайнер и... Немножко прогуляемся по городу и еще куда-нибудь попадем. 3 часа удовольствия в открытом море, тут приятную музыку.
музыку и откровенную шоу-программу. Две огромные палубы обеспечат комфортный отдых, а профессиональная команда позаботится о безопасности. Предложение, не имеющее аналогов на курортах России. На борту работает ресторан с японской и европейской кухней, бар, ведущий и диджей. Империя останется в твоем сердце до следующего лета. Спасибо, любимый. Это был отдых мечты. Ночной круиз на лайнере «Империя». Билеты в кассе центрального причала и у распространителей на набережной. 18+. И потом возвращаем обратно в Геленджик. Билеты... Ой, какие интересные деревья. Знаменитый Первомайский сквер. Там тенек, фонтанчик, памятник. Вот я говорю, какие интересные деревья. Нет, лучше могу. Да, да, давай, сейчас я подойду скульптура «Корабейник». Продолжение следует...
Здесь вечером красиво. Огоньки горят. Много инструментальных ансамблей приходят, играют. Толстый, летать умеете? Летать умеете? Нет. Летать умеете? Да ладно. Надо обязательно пнуть, чтоб взлетел бы. Эй, летать умеешь? Или вас откормили, вам сейчас не до полетов?